Это правда, что когда Михалков позвонил вам пригласить в фильм «12», да, вы не поверили, что это звонит он, и послали его? Да, голос был не очень похож, правда. Позвонил какой-то человек, говорит: «Алло, привет, это Михалков. Ну, с какого бука? Я на даче, поздно вечером». Ну, я сказал: «Пошел ты». Все, я положил трубку. Он перезвонил, говорит: «А ты серьезный, Михалков?» Заставил его спеть «Я шагаю по Москве».